Здравствуйте, уважаемые коллеги! Представляю вам очередную налоговую новость. И на этот раз новость будет связана с вопросом предоставления стандартного налогового вычета по НДФЛ на ребенка. Именно данному вопросу посвящено письмо Минфина, реквизит которого вы и видите. В данном письме рассматривался вопрос о том, как подтвердить документально право на повышенный вычет по НДФЛ на ребенка в том случае, если налогоплательщик является единственным родителем. Рассматривая эту ситуацию, Минфин, во-первых, указывает на то, что в статье 218 Налогового кодекса отсутствует конкретный перечень документов, которые необходимы для того, чтобы подтвердить право на получение стандартного налогового вычета в двойном размере. Далее Минфин указывает на то, что для того, чтобы подтвердить условия о том, что налогоплательщик не состоит в зарегистрированном браке, необходимо получить соответствующую справку в ЗАГСе. При этом отмечается, что утверждение налогоплательщика в заявлении на получение стандартного налогового вычета в двойном размере о том, что он не состоит в зарегистрированном браке, такого заявления недостаточно, поскольку в данном случае данный документ носит заявительный характер и не обладает доказательственной силой. Таким образом, как налогоплательщикам, так и налоговым агентам необходимо принять во внимание данное разъяснение Минфина. А на этом все. Спасибо за внимание. До скорых встреч.